Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель, и сейчас я отправляюсь на коп в поисках клада сокровищ. Каждый из нас, кладоискатель, отправляется с целью найти что-то ценное. Ценное бывает в основном в горшочках. Да-да. И хочу у вас спросить, откапывали ли вы горшочки? Если да, пишите в комментарии. И пишите также, что же вы думали там, в надежде, что находится в этих таинственных посудках. И хочу вам прикрепить один файл из копа в поисках горшочка. Горшочек отыскали упакованный. И сердце просто-напросто обрывалось, когда такое находишь. Ну, а вам приятного просмотра. Немножко адреналина перед копом не помешает. Так что смотрим и пишем, оставляем обязательно комментарий перед фрагментом, когда расколем горшочек. Так что приятного вам просмотра и адреналина перед копом. Ну что, ребята, адреналин получили? Получили. Комментарии оставили? Надеюсь, оставили. Обязательно оставляйте. Откапывали горшочки. Было что в них внутри? Но вот такой сюжет был очень интересен, когда упакованный тяжелый горшочек были расколоты прямо у вас на глазах. Так что за это обязательно ставьте пальчик кверху. За труд и старание. Стараемся для вас в прямом эфире.